Балат мне говорит, вы должны хвалить себя каждый день за что-нибудь. Окей. Какая же я молодец, опять за выходные ничего не сделала, только жрала и бухала, как не в себя. Я просто умница, меня. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Я как бы, знаете, очень часто такие ролики не выкладываю, да? Но пошла у них то ли тренд, то ли тенденция, не знаю, вот что она жрет, бухает, ничего не делает. Я не знаю, кто это там впаривает, как бы, да, что это типа круто. Я ничего по жизни не делал. Это не значит, что нужно выйти там на завод, работать там, в шахту лезть, как бы. Просто, там для жизни себе зарабатывать, что какие-то творчеством заниматься, там какие-то увлечения. Не, жрать, бухать, лежать, ничего не делать. Ну, как какой-то паразит, я не знаю, да. У них это в почете, ребята. У этого контингента, категории, я не знаю, этих тиктокеров. Тиктокер же, блин, хрен пойми вообще, кто это такие. У них это по приколу, да. То есть она лежит, как бы, живое существо, но оно как бы и не живое, какое-то непонятное, да. Вот. Только вот пожрать, бухнуть, короче, и посрать пойти, как бы, и все. О, времена настали, а?